Так, теперь какие изменения на пляже? Море чистое. С 19 марта оно чистилось само по себе. Красивое. Так, пляжи. Ничего на пляжах не поменялось. Никаких ограничений нет, никаких ни масок не соблюдает никто, никаких там расстояний. Вот. Чистенько, красиво. Нагнали лодок. Вот, много. Но они все стоят. Потому что нет туристов для того, чтобы ходить на дайвинг. Пока не знаю почему. Мы ныряем 27 числа, потому что Ромка прилетает. И пойдем снимать фильм. Классно, красиво. 32 в тени. В отеле, я думаю, 50% только Украина, Белоруссия, иностранцев вообще нет. А, какие-то болгары были и поляки. Короче, всех обнял, всем привет. Вот так вот у нас красиво.